Всем привет, друзья! С вами снова Джек Шепард. Мы продолжаем проходить Сталкер Зов Припяти. И в прошлой серии мы с вами взяли задание. Нам нужно поговорить с медведем, чтобы попытаться освободить его друга из плена бандитов. Привет, брат! Бегает маленький кровососик. И к папе тормошить его. Маленький кровососик. Покажи сталкеров. Пап, ну покажи сталкеров. Тот зашел в сторожку, выходит. На каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Семёныч, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так басом. Ну ты даешь, Петруха. Какие тут нафиг кровососы? Окей. Так. Я согласен. Получен предмет, опа, золотая рыбка. Тот артефакт, который мы с вами должны были одно время бороде принести. Итак, куда нам нужно идти? Ух ты, а путь-то не близкий, я бы вам сказал. А, ну ладно, отправимся. А я немножко тут с инвентарем помудрил, взял себе винторез в руки. А дробовик у меня теперь будет с собой, винтовку я скинул. Сбегал, нашел этот артефакт колобок, как вы мне говорили, он был на корнях. Сейчас покажу, где вот здесь, в аномалии соснодуб. Я поднялся на корни, взял его и пришел, собственно, сюда. Теперь нам нужно... Ах ты. Ни разу я еще с этой снайперкой не бегал, даже не доставал ее. Да, я опущу, братья, все в порядке. А вот сейчас мы с вами отправимся, попытаемся снова побыть переговорщиком. А, и надеюсь, не придется нам стреляться с бандитами, потому как лучше бы там нам без жертв обойтись. Ну посмотрим, тут раз на раз не приходится. Странно так, птички летают вокруг меня. Вы что удумали, а? Так, надеюсь, у меня фонарик. Да, и фонарик был включен. Как раз мне ученым нужно два артефакта отдать. А я один из них колобок. Три детектора Велес я еще не нашел. Или Велес ли. А ломать мясо нам нужно с вами найти еще. Колобок у нас есть. И как только мы найдем второй, сходим к ученым. А, ну и три детектора найдем. Сразу же два квеста у нас продолжится. В их бункере. Я думаю, это будет хорошо. Так, вот поезд этот. Вы мне как советовали сверху на него попасть. Чем мы сейчас и займемся? Что? Опа. Так, ладно. Я не уверен, что вот в эту штуку надо стрелять. Вообще мне сказали, что она меня будет бить. Так что... Так, отлично. Бежим, 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 бежим. А где я должен на нее попасть? Ага, понял. Так, ну сейчас она вот сюда приедет. Все, погнали. Так, 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 так. Что делаем, что делаем? Ай! Так, нормально. Ай! Нет, это я уже запорол. А, нужно было, видимо, просто идти спиной вперед. Ну ладно, попробуем еще раз. Дробовик мне тут вообще ни к чему. Давай, 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 давай. Внизу там эти чертовы собаки беснуются. Давай. Оба. И туда. Оба. Опаньки.
Так, ладно. Это я что-то я подобрал. Инструменты для грубой работы. Супер. Только Азот здесь, по-моему, у нас, или как его зовут? Я ему уже инструменты не давал. Ну да ладно, будут еще одни. Думаю, в Скадовске можно будет отдать человечку их. Куча мертвых тварей. Кто же их убил? И сталкеров вроде бы поблизости не видно. Возможно, уже давно дело было. Где я нахожусь? О, тут был тайник. Ну ладно, на обратном пути возьмем. Нам же нужно вперед двигаться. Давненько я здесь уже не бывал. Там мы с вами зомби убивали. Так, ну нам нужно вот туда отправляться. А интересно, что под этим мостом? А что это за мост вообще? Здесь как-то тихо, слишком тихо. Как обычно в фильмах такие моменты говорят. Кто-нибудь. О, 3 КПК рядом. Оружие убираем, ребят, спокойно. Да-да-да, все нормально. Ты что здесь делаешь? Отваливай быстрее, пока ноги целые. Ох, сколько вас тут. А насчет пленного сталкера я. Бугру вашему. Ну заруливай, только смотри мне, без выкрутасов, а то мы без толковки не ремонтируем. Короче, шип прямо, а дальше через проход в контейнерах. Усек? Ты что здесь делаешь? Усек, братья. Отваливай быстрее, пока ноги целые. Так, сколько их? 3, 4, 5, 6. Это так, чтобы 7, 8, 9, 10. 12 человек, 13, 14, 15. О-о-о. В общем, тут их целая армия. Около 16 бандитов, значит. В принципе, сака. Да так уже, чтобы немножко обдумывать. Выход отсюда. А, у нас гости. Глядите, сталкер завернул на огонек к шишаку. Ну и чего тебе? Подгоном хорошим порадуешь? Или может другой базар мне есть? Короче, давай, жарь в темпе. А я насчет пленного сталкера хочу выкупить его. А я хочу, чтобы понятия правильно уважались. Вот я чего хочу. Мне беспредел не нужен, ясно? Короче, за первый раз 15 тысяч хватит. Ну или артефакт соответствующий. Я за жизнь знаю и лишнего не беру. Я принес артефакт. Ага, какой? Золотая рыбка. Пойдет. А за дела твои тебе. Уважуха, забирай петушонка. И это, передай сталкерам. В следующий раз процент будет выше. Ну, я тебе не доверяю. Привет. Вот это спасибо. Вытащил меня. Так, спасибо тебе, брат. Только давай клинять отсюда поскорее, пока баньки не передумали. Давай уходим. И опять фонарь включен. Опа. Слышишь ты, олень, ты чё, босоту обидеть хочешь? За сука отстегнула, братанам за проход не накинул. Галима, расклад выходит, фраер. А так, сколько накинуть, чтобы не было, что мне еще до базы дойти надо. Купить за платинки больше безорфинов не может. Да ладно. Да... я не хочу убивать всех их. Хотя... Ну, сейчас посмотрим, сколько он денег запросит. Давайте еще раз поговорим. Потому что их все-таки тут
Блин, почти 20 человек перестрелять. Ладно бы, если я был на позиции, Вот это на горке на спасибо. какой-нибудь я. Вытащил меня. Мне нужно было бы их убить, но теперь потемнело. Ну, фонарик включить. Пойдем. Вот так. Они, кстати, у них нет никаких проблем с тем, что я с оружием. Так, сколько накинуть? А, слышишь, борзый, тут тебе не бабы с ней, прескурантом не отделаешься. А ну шманай карманы, фраер. Шманай свои все карманы, сказал. Так. Ну-ка. Мне просто интересно, вот, что он хочет взять. Ну ты цени, я ведь по-божески возьму. Братва мне говорит, что-то ты гном душевный сильно. Прям реально, как из сказки. Короче, радуйся, но так было. Только на первый раз. Все, ду давай отсюда. 4400, значит, да, ты у меня забрал. Нет, я все-таки козлина. Я все-таки не могу позволить этим бандитам уйти с моими деньгами. Надеюсь, в перестрелке сталкера хотя бы не убьет никто. Да убрал, ага. Пацаны твои какие-то опасные. Ну что, давайте. Ой-ой-ой, забыл, я же поменял кнопку. А, ну да, отлично, Митяя убили. А, ладно. Я хочу все возможные варианты ситуации просмотреть. Что еще могу? Может быть, я все-таки его как-то могут не убить. Тебе оружие дать? Хотя он вроде бы он с дробовиком. Братья, не теряйся. Пацаны! Добрый день. Ай-яй-яй. Ну, ах. Так, а может быть ему как-то я могу сказать, чтобы он на месте там оставался? Не знаю, позиция у нас просто неудачная. Может быть, без разговоров сразу. Тихо, тихо. Где Митяй? Беги, беги, братюнь. Давай, давай, тихо, тихо. Мне гранату, ну давай. Ой-ой, прилетело ведь. Так, сколько их еще? Вон бегают. Так, сколько там вас еще? Ну, музыка играет, кстати, надо ее еще сильнее убавить. Так, звук, музыка, еще тише. Колбасня, ну ладно. Опа-опа.
Господи ты Иисусе, так, все, меняем. Вот так вот. Я привык уже на кнопку F2, а тут зачем-то взял, сменил. Аптечка, бинты, еды у нас так достаточно. Теперь надо главаря, я думаю, да, пойти убить. Потому что он-то там ведь остался. Опа-па-па-па, тихо. Спокойно, ребята. Ну да, неудачно кинул. А теперь удачно. И врываем. Тихо-тихо-тихо. Ну, подорвали, пацаны! Почему не взорвалось-то, а? Ну, что ж. Окей, вот эта штука не взрывается, видимо. Вот выстрел дробовика. Буду в курсе. Так, ну вроде бы. Ну не все раз музыка играет, но почти всех мы убили. Опа. Золотая рыбка, кстати, у шишаката мы обратно заберем. Так, что на втором этаже? Ну да, закрыта дверь. Ну вот теперь вроде бы точно все. А пушки я с них собирать сейчас не буду, так как у меня не так много места. Ну да, и случайно взял пушку сразу. Ну и плюс они поломанные, раз они бандитские, не такие они хорошие. Денег, я думаю, мы наберем. Так, сходить ли, может быть? Можно назад вернуться, а можно, раз мы тут, сюда сходить. Отсюда сюда. А, и вернуться назад. Я думаю, мы так с вами поступим. Попробуем минное поле обойти. Возможно, тут есть какой-нибудь... Нет. Ну да, вот поэтому я машины осматривал. Да стоит оно. Так, что мы подобрали? Черный ястреб. Неплохая пушка, в хорошем состоянии. Гадюк опять тоже. Отлично. Ну ладно, разобрались и разобрались. Что у нас тут? Возможно, здесь можно пройти, нет? Нет. Потому что тут везде мины.
Ну, попробуем аккуратненько вдоль забора пройти. Нет-нет, шифта, отжать нужно. Так, все, прошли вроде бы. Теперь мы хотим кушать. Такой подвох прям, да? Явно совершенно. Ну, дверь, я думаю, не откроется, да. Ну, могли бы, кстати, вот сделать, да? Побольше открываем дверей. Так, ну еще машину сейчас осмотрим. И не фонит, кстати, от нее. Это странно немножко. Ну что, вертолет? Осмотреть. Два тела, похоже, погибли при касании. Ничего ценного, все вынесли. Информация с бортового компьютера удалена. Но черный ящик уцелел. Думаю, нормальный техник сможет вытащить из него информацию. Вот это хорошо. Отдать черный ящик технику на дешифровку. Опаньки. Ну, да, там же минное поле. Так, ну, неплохо. И теперь уходим аккуратненько. Так, я теперь хотел вот здесь пройти. Ну, как раз по дороге пройдем, потом повернем направо. Я думаю, даже пробежимся немножко. Так как все-таки уже темнеет, и на улице оставаться я не хочу. В общем. Где рычат-то они, а? По мини-карте чисто. Кстати, там, возможно, артефакт. Снова появился. Блин, сталкера заели. Ну да, патроны эти я тратить не буду на этих собак. Это была первая и последняя. Спокойно. Я вас освободил, можно так сказать. Эти мелкие. Тайничок. Еще не взял. Я пытаюсь пролезть, то оно мне не дают. Тем более мне не дают. Вот. А я не могу поднять предмет. А вот смог. Ну-ка, ну-ка. Может быть, с другой стороны можно подойти.
Ну подбери-то, ну. Патрон. Ах, ладно, я не буду их подбирать. Будем считать, что тайник мы с вами подобрали. Так, ой, у тебя детектор отклик самый простой. Печально. За артефактами ребята пришли. Ты их эти твари настигли. Ну что ж. Так, ну я вроде бы вижу, что вот тут можно пройти, а вот здесь я уже не уверен. Вот это, кстати, не тайник. Ай-яй. Ай-яй. Тихо, тихо, тихо. Ладно, стрикали. Все, забрали, валим. Ой. Нормально. Так. Нам нужно покушать. И, ну я не знаю, пусть он остается там на карте, эти патроны есть, поменять. Пистолет вот неплохой. СИП ТМ-200. Бенгальский огонь. О, как раз нас сейчас сталкер проведет. Ну, привет. Привет. Так. Так, вот нас и привели. Что ж у нас все еще? Радиация в организме, ладно. Так. Нужно сказать, что... парни, все нормально. Вот он, кстати, стоит как раз. Спасибо, сталкер, что помог меня вытащить. Расскажи, как тебя угораздило в плен-то попасть. Эх, не спрашивай. Сам дурак. Было, бандики предупреждали, что в следующий раз одними разговорами не кончится. Ну и это вот, стали с меня снимать процент от хабара. А зона-то, она ж ведь общая. Никто ни с кого проход требовать не может. Я так считаю. Я тоже так считаю. А мы с приятелем оружием малость помахали, да и разошлось. Только бандюки хитрые оказались, сели в засаде, а я, дурак, один вылез. Думал, пошарить немного поблизости. Но они подобрались тихо, руки сразу скрутили, ну и вот. Понятно. Так. О, сталкер, спасибо тебе, что помог мне тебя вытащить. А ведь прав я был, нельзя идти на поводу у бандюков. Прижать их надо и покрепче, а ты силен, мужик. Вот, это тебе. Тут не так много, делили на всех, но зато чистого сердца. Нам можно было, кстати, давать награду. Ну, спасибо. Так. Ну, теперь мы знаем координат нового тайничка. Жду. Что это за квест? Ох ты. Что ж, неизвестных мутантов. Так, и нужно нам черный ящик отдать. Надо... Дешифровку. Ты можешь дешифровать черный ящик? Дай глянуть. Придется повозиться. Это будет по времени часа три примерно. По деньгам. Ну, недешево, так это точно. Как работу сделаю, тогда и поговорим. Ты поброди пока где-нибудь, лады. Работа муторная, отвлекаться не хочу. Окей, давайте починимся. Нас немножко покоцало. Так. Это оружие в порядке, это оружие в порядке. Инструменты у тебя уже есть, по-моему. Тебе только самый последний нужен, да? Я же, кстати, там еще что-то нашел, ну-ка. Смогу ли я тебе дать? Или... Это будет отдельный квест на поиск инструментов. Так, о, я же еще квест охота на химеру взял, пока там был. Но и пока его не выполнял, я думаю, мы с вами как-нибудь туда вернемся, выполним его. Бывай! Бывай, бывай. Так, нужно нам вниз теперь спуститься. А, нет, стоп. К торговцу. Продадим это оружие, которым я пользоваться не буду. Плохо! Так, автомат продадим. Черный ястреб продадим. Пистолет. Бенгальский огонь. Золотую рыбку оставим, она вон какая дорогая, я не хочу ее продавать. Пока что. Лучше я ее как квест бороде отдам. Как квестовый предмет, точнее. Так, давайте спустимся. Вещи наши скинем. В принципе, у нас уже 31 минута. Я думаю, можно закончить. Так, возьмем водочки. Все мало. Так. Что я могу сюда скинуть? 0,50. 0,50. Ну, артефакты давайте закинем. Инструменты тоже тяжелые. А, инструменты нельзя.
То есть таскать с собой до последнего. А, ну ладно. Я думаю, мы, кстати, на следующую серию опять вернемся назад. И выполним задание с Химерой. Заодно я инструменты отдам тамошнему ремонтнику. Это все мы с вами сделаем уже в следующей серии. А, увидимся. Спасибо большое за просмотр. С вами был Джек Шепард. И счастливо!